Это будет веселее, оставим. Да стань ты под... Тут центру. Тут центру. А можно еще Дениса туда? Денис. Член жюри. Катя. Команда 1991. Давайте. Ложись в пол. Катя может. Вы накрутили. Так, кадр. И улыбаемся. Вот сюда. Витя, давай скорее. Дим, остановись. Большие данные. Вася, покажите, какие большие. Ну, давайте скорее. Горячие, открытые. Я думаю, у нас идентичные кадры. Все, всем спасибо. Вот на одном из четырех я не буду моргать. Ты же знаешь, чем больше людей, тем больше моргающих. Спасибо. Принесешь время? Нет, я вообще не передал. Я прошу миллиардам, Стадикам, что у нас ручка, можно стадикам здесь не делать. Агромонитор. Можно так. Вот, давайте вот так. Я проявляю вот, вот. Не дергай. Так, ну, секунду. Давай еще сюда. Есть. Next. Давайте двигаться. Проект Banksy. Banksy, где вы есть? Сертификат. Он... Вас же было много раньше в команде. Он уволил их. Понял, что они больше не нужны. Мир жесток. Все. На півкроку назад тільки ставайте, а то світло, або ближче сюди, щоб світло не попадало. Чуєш? Нормально у нього? Так у нього нормально вийшло. Півкроку вперед, бо проектор в очі світить. О, так, оп, о, стояти. От, сюди. А ти один? Так. Самое приятное за два дня. 007 проект. А вы же Джеймс Бонд, можно все ставить. Майтрея. Майтрея, ребята, где? Пивко купере. Вы же друзья. Да. Антикоррупционный монитор. А можно теперь вот так вот три шага? Еще. Сюда. А теперь вы сделаете вид, что вы друзья. И два шага на меня. Еще. Красавцы. Все, теперь вы точно друзья. Так, ребята, минуту внимания. Можно, пожалуйста, минуту тишины? Минуту тишины. Мне наш пиар-менеджер говорит о том, что есть журналисты, которые хотят поговорить с победителями, но они уже практически уходят. Поэтому слушайте меня внимательно. Лидеры команд идут туда, где вот есть лифт рядом с кухней. Прямо сейчас, и мы там проведем пресс-брифинг. Тех команд, которые прошли на инкубацию. Мы закончим с сертификатами чуть позже, нам просто, ну, надо, чтобы журналисты успели вас увидеть. Лучше, наверное, сюда. Не, ну...